Чего, тебе не нравится лимон? Ну, это половина лимона, ты должна его съесть, знаешь почему? Нет. Потому что у вас на канале пол лимона. И мы решили в Инстаграм сделать конкурс на эти чехлы. Вот так вот. Вот что значит, когда есть дочка. Окей. Ребята, всем привет! Привет! Мы завтракаем. Ребята, так как у нас на канале сестричек пол лимона, полмиллиона подписчиков, поэтому я на завтрак девочкам приготовила пол лимона. Сейчас мы прикольно. Сейчас мы пошутим над ними. Так, что вы будете завтракать? У меня для вас есть кое-что очень хорошее. Сюрприз. Сегодня у вас на завтрак лимон! Тебе половина лимона. Ой, простите, ваш упал. И тебе половина лимона. Чего, тебе не нравится лимон? Ну, это половина лимона, ты должна его съесть. Знаешь почему? Нет. Потому что у вас на канале пол лимона. Можно шкурку есть? Ну что, съедите лимон. Нет. Кто съест? Нет, если не хочешь, можешь шкурку не есть. О, Ксюша запросто лимон, пол лимона съест. Маргарита аж передергивает. Не можешь? Нет. О нет, Маргарита. Ну, Ксюшка съест пол лимона. Наконец-то уже. Маргарита просто еще спит. Маргарита еще спит, она проснуться еще не может. Поэтому она еще не понимает, в чем дело, что случилось. Так что нам нужно готовить конкурс. Да, ребят, мы же обещали? На 500 тысяч подписчиков будет конкурс. Да? Какие подарочки будем готовить? А, это секрет. Секрет, секрет. Секрет, секрет. Так что, ребят, скоро будет конкурс, будем готовиться. И вам обязательно об этом скажем. Объявим, когда будет конкурс. Давай, давай, ешь пол лимона. Не, лимон не кислый, потому что я очень много кислятины кушала. Мне тоже лимончик нравится. Смотри, Ксюшка ест лимон. Ой, он застрял. Ну, мы тут играем с Максом. Такая игра. Вот как начнешь, и от нее не отойдешь. Она прям затягивает тебя смотреть на эти машинки. Как гипнотизирует, как они тут гоняют. Туда-сюда, туда-сюда, да? Туда-сюда. Только одна машинка застревает. Ей нужно помогать. Ой, застрял, другая толкает. Да что ж ты застреваешь-то, господи. О. Сегодня хотели поехать на каток. Не знаю, получится, не получится. Целый день передают дожди. Целый день сегодня дожди, завтра тоже дожди. Завтра Рождество. И 12 градусов тепла. Это рекорд, конечно. Это рекорд, этот ребята. Блог выйдет завтра, да? Ну да, на день позже у нас выходит. Сейчас очень сильно капает. Сильный дождик идет. Вот так вот. 12 градусов тепла. Ребят, мы, в общем, сейчас стали перебирать наши чехлы. И вот эти вот чехлы у нас лежат. И просто мы их... Мы ими не пользуемся, потому что у девочек телефоны сейчас другие. А, и вот эти чехлы, они у нас просто так лежат, и нам просто жалко, ну, как-то выкидывать, не выкинешь, да, отдать некому, таких телефонов нет ни у кого. И мы решили в Инстаграм сделать конкурс на эти чехлы. Вот смотрите, здесь есть чехлы на iPhone SE, на iPhone S5, да, S5, S6, они одинаковые. По-моему, S5, S6. Если S5, S6 одинаковые, значит, iPhone S5, S6, это тоже есть вот такой вот попкорн. Это на SE, SE, SE.
Это на Samsung Galaxy 6. Вот это вот. Это мой любимый. Это тоже на 6. Вот это вот мой любимый. Ну, это я не знаю. Это если будет девочка Ксения с таким телефоном, то подойдет. А так кому нужно, если тебя не Ксения зовут? Но если кто-то есть. Так, это на Samsung Note 3. Если у кого-то есть Samsung Note 3. Это тоже Note 3. Единорог такой. Это тоже Note 3. Ну вот и все? Да. Потому что жалко очень, конечно, чехлы. Просто так лежат. Поэтому, ребятки, переходите по ссылочке. Мы оставим в описании. Если кому, если кто-то хочет участвовать, выиграть чехольчик на свой телефон. Конечно же, если у вас такой телефон. Если у вас такая модель телефона, мы потом там выставим пост, напишем, на какие модели телефона эти чехлы. И ребята будут писать в комментариях, допустим, участвую, и у меня телефон такой-то, такой-то. И тогда мы будем случайным образом по комментариям выбирать. Крутить вот так вот комментарии. И наугад вот так вот тыкать. И вы какой выберем комментарий, то ты получишь чехол. В общем, так вот. Если кто хочет, то смотрите. Вот это совсем недавно покупали. Когда еще не знала, что Ксюшка будет с другим телефоном, да. Мы сейчас проголосовали в Инстаграме и спросили, кто хочет конкурс на чехлы. 435 человек сказали да, 121 нет, кто-то хочет, кто не хочет. Ну, в общем, 78% говорят да. Ну, в общем, конкурс для тех, конечно же, кто хочет. Мы никого не заставляем участвовать в нем. Просто нам уже как-то говорили, писали в комментариях, почему вы не разыграете, разыграете чехлы для подписчиков. Поэтому почему бы и нет, очень хорошая идея. Куда ж нам их девать-то, эти чехлы? Хранить просто так. Так что, ребятки, подписывайтесь и следите за Инстаграм. Официальная страничка сестрички Life Official. Ты сама себе будешь ногти делать? Я себе должна сделать. У меня уже отросли так сильно. У нас Рождество. У нас 24 на 25. 24 числа мы собираемся с семьей. Да. Ужинаем, подарки потом открываем. Мама! Все, чего? Нет. Все наклеили. Ну, в общем, коротенькие сделали. Совсем коротенькие, правильно? Если сегодня успею, покрашу сегодня. Сейчас мне нужно овощи поставить варить для салатов. Буду делать оливьешку. И буду делать мимозу. Очень папе нравится салат мимоза. Буду делать два салатика на завтра. Если успею, тебе покрашу, хорошо? Если нет, то завтра. Хорошо? Удобно? Каролина! Давай убирать все. Сложи вот это все, чтобы малыши не взяли. Это. Какой салат будешь открывать? Ладно, завтра. Я буду делать оливье и мимозу. Юпи, мои любимые. Юпи. Я очень хочу салат селедка под шубой. Знаешь, такой салат? Не знаешь селедку под шубой? Нет. А, нет, ты не знаешь. Я видела в Ералаше, который девочка, она сделала селедку. Да, где шубу тоже, да? Ага, шубу свою. Она положила на селедку. И там селедка внизу была. Но у нас селедку не придают, так что не получится. У нас нет такого. У нас нет селедки. Да? Во что ты играешь? Что ты дергаешься-то так? У меня уже варятся овощи на салатике, морковка, яйца, картошка. Что там еще надо? Вроде бы все. Только это будет вариться. Мама! Что? Это морковка. Дай ему попробовать морковку. Ты не ешь морковку. Ты во что играешь? Харри Поттер. Харри Поттер? Все синее какое-то. Во. Дай. Ну давай, пускай. Поехала.
Почему этого от робота валяются на полу глазки? А? Вы что делаете? Смотри. Маргарита, посмотри, там все мокрое. Не знаю. Маргарита, это так не делается. Да, это слайм. Как может делать? Эксперимент. Мы экспериментируем. Весь клей, да, истратили? Фу. Ну, наверное, нужно было постелить какую-то там, не знаю, старую эту... Скажи, посмотри, у тебя пенал мокрый уже. Какие? Все сейчас мокрое. Он там все, что лежит, все будет мокрое, девочки. Ну, так же не делается. Скажи, Маргарита, да, Маргарита была и здесь. Ну, посмотри, ты даже не чувствуешь то, что у тебя капает все. А почему именно в перчатках надо делать? Потому что у меня уже один ноготь отпался. Угу. Конечно. У меня один ноготь отвалился. А почему воды столько много от этого? Это контактная линза. Вы так много наливаете, что ли? Нет, не мало. Ну, очень чуть-чуть надо. И дальше что? Потом оно пенится. И что дальше? Ты добавляешь в бак-пульвер. Потом ты должна его мешать вот так вот. А если Каролина найдет? Не найдет. Она же это съесть может. Не, серьезно, я говорю. Возьми хотя бы бумажку эту. Салфетки на кухне возьми. Ну, посмотри, все капает. Чтобы не лезло. Салфетки возьмите на кухне. Понятно? Это какой-то не слайм получается, а просто какой-то, как тебе сказать, не тянется, нарвется. Видишь? Ну, там нужна... Каша-малаша получается. Куколь майный нейгл. Ну вот этот палец у тебя вообще, я скажу, портит все. Ну, прости. Ну, прощаю. Завтра я его от твоей косметики так покажу. Что? У меня не отмывается? Чернила, будь здорова. Ну... Еще да, раз. Бывает, но я не хочу мыть. Книженька. Да что с тобой? Не знаю. Так. На все тебе надо, что ли? Да. А тут на желтом не будет видно, другим цветом надо. Ты ж Амарка. Я с косметикой возьму этим кремом. Так, пи-пи-пи. Все. И здесь давай. Тоже. Вау! Не очень похоже, ну ладно. Давай наклею, Маргарита. Надо долго держать. Папа тоже на маникюр пришел. Тут аминки решили? Папе тоже будем делать сейчас. Хорошо. Новогодний маникюр. У меня здесь маникюр там. Маникюр? А что с ним? Мам, я папе сделаю. Но... Это сушье, Маринуэс, то не дыхать с мэну. И что я буду делать? Я ему я свои там. Делаю вам. Я ты высер, папе. Давай. Маргарита, тебе волосы не мешают красить? Я уже выпендар пинк. Ты точно сама будешь красить? Смотрите, она сама себе ногти делает. Все сама сделала, наклеила. Напилила и теперь красит. Порезала мне мама. Да, только я их отрезала сама. Отстригла.
что я и дентру. Смотрите, у нас здесь салон маникюрный открылся. Мам, ты что ж ты так кричишь-то? Кару, куйдаду, а? Затыкаюсь. Другую руку накрашу. Папи. Левой рукой не умеешь? Не трясите стол. Pero haces entonces clever solamente. Эй, Лео. А, ты ему наклеечки наклей. Папи, ты не eres niño. А ты же всегда... У папы будет новогодний маникюр тоже. Мама, какой мне потом надо покрасить? Топ. Ты знаешь. Это не топ. Вот топ. Да. Что, только синие будут и все? Нет. Вот этот вот. Он будет... Вот это. И все? И, наверное, не знаю. Вот так вот. Вот что значит, когда есть дочки. Мама, они уже высохли? Нет, должна выключиться лампочка. Ты лучше здесь не стой, да. А то тебе тоже сделают маникюр. Да, без маникюра не уйдешь. Меньше волосин. На! Все, папа готов, а вторая рука? Кто турма? А я хочу вот такие сделать себе. Еще у нас одна маникюрщица здесь. Что ты делаешь? Клеишь наклеечки? Да? А тебе нельзя. Ты просто смотришь? Чего? Наклеила? Молодец. Дальше что? Все же должны же быть красивые. Скажи, да, я же тоже девочка хочу. Всем наклеили? Накрасили, а мне нет. Такая серьезная. Мама. Ты наблюдай. Все уже разбежались, теперь я тут одна себе делаю. Ногти. Ты укрываться не будешь, что ли? Нет, сначала мне жарко, потом мне укрываться. А, сначала тебе жарко, потом тебе холодно. Понятно. Ну ладно. Спи так. Что у вас шторки? Ну понятно. Задвинуты. Так. Макс и Каролина. Спать. Все, Каролина, хватит. Нет, Фатима. Все, улеглись. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока, ребятки. Спокойной ночи. 12 часов ночи, представляете? 12 часов 10 минут. А у меня еще очень дел много. Ладно, все, пока-пока. А пижаму? Где пижама твоя? Ну-ка. Ты будешь спать или играть? Пять. Спать. Да. Моя ноль. Все, ложись. Ой, что это у тебя тут этикетка? Все, пока, Каролина. Все, спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.